Здравствуйте, дорогие друзья! Я работаю в лесу, приехала в дальний лес, где была позавчера, и здесь все было обобрано. Приехала в надежде на то, что здесь не обирали вчера. Так что смотрим, что здесь есть. Вот сразу два гриба нахожу. Такие вот. Еще один. Похоже, здесь никого не было. Ни вчера, ни сегодня. Ну вот старые очистки, как они есть, так они есть, никуда они не делись. Но грибочки выросли, это хорошо. Сейчас мы быстренько их оберем, пока никого нет. Так, еще. Еще. Буду собирать быстро, потому что, сами понимаете, сейчас очень много народу ходит. В любой момент сюда может кто-то заявиться. Надо успеть все грибы собрать. У нас уже 11:30. Мне было не встать утром. Я очень устала. И очень как бы тяжело с утра раскачаться. Вот. 11:30 пришла в лес. Доехала до этого дальнего леса. В общем, посмотрим, что я сегодня успею за сегодняшний день. Перестали попадаться грибочки. Ладно. Надеюсь, это временно. Ага, есть. Есть, вижу. Сейчас мы подойдем поближе. Сейчас. Вот видите? Еще один. Смотрим. Мне утром тяжело встать, а потом, когда я в лес прихожу, я вообще домой не хочу, я могу хоть допоздна бегать. Мне даже нравится, мне домой не загнать. Я целый день по лесу, и мне как бы это приносит удовольствие, то, что я хожу по лесу. Вот. Домой не хочется. Обычно день короткий, мне хочется еще собирать и собирать. А утром вот именно тяжело утром встать, потому что... Ну, пока раскачаюсь, у меня что-то спина побаливает. Ну, я все время приму таблетку обезболивающую, иду. Полежу немножко, пока спина перестанет болеть. Ну, конечно, это нагрузка. Я понимаю, что это не так легко. Это каждый день столько ходить. И собирать, и собирать. Я много собираю, на самом деле. Мне хочется, в общем-то, и отдохнуть, но, с другой стороны, я как подумаю, что грибы испортятся, мне становится жалко, потому что это деньги. Можно зарабатывать. Пусть даже там по 70 евро в день. Но это все равно 10 дней, это уже 700 евро. Вот. Просто я расстраиваюсь, когда грибы портятся в лесу. Когда прихожу, и все, уже шляпы стоят. Мне очень это расстраивает. Вот. Я вроде как утром и не хочу вставать, да? А потом как подумаю, что грибы испортятся, надо ехать. Встаю и еду. Куда денешься? Потому что не факт, что кто-то придет и оберет. Может быть, я завтра себе сделаю, и послезавтра даже сделаю себе два выходных. Потому что будут выходные дни, суббота, воскресенье. Люди будут собирать. Я просто... Подумай, что не надо идти, там без меня оберут. И это меня успокоит. Может, я дома останусь. Вот. Ну, еще пока не знаю, под настроение, как я себя буду чувствовать. Может, меня тоже опять поднесет в лес с утра. Дети отговаривают. Мам, ну не ходи ты, ну что ты с этими грибами? А, это маховик. Угу. Вот, но все равно бегу. А что делать? Все равно иду работать. Маленький. Все хочу заработать. И даже не из-за того, что из-за денег. Нет. В основном из-за того, что мне вообще нравится. Я получаю удовольствие от того, что я хожу по лесу, собираю грибы. Мне это приносит большое удовольствие. И устаю, и вроде усталость, и мышцы болят, но
Нравится мне на природе находиться. Вот еще один маленький. Такой вот. Так, это что у нас? Это не белый или белый? Нет, это поганка. Ищем дальше. Это усталость, но она такая приятная усталость. Мышцы побаливают, так, знаете, вот. Ну, зато потом дома насижусь, когда зима начнется. Никуда идти не надо. Вот сейчас набегаюсь за лето. Я уже сегодня встала на весы, похудела на 2 килограмма. Это радует. Это стимулирует опять отправляться в лес. Ну, в общем, очень много плюсов. То, что я хожу по лесу. Оскар там все занимается домашними делами. Котов распродает. Вот. И Сату тоже. Но они чистят еще грибы. Я им привожу, они чистят. Помогают мне. Что-то перестали грибы попадаться. Что ж такое-то, а? Закончились, что ли? Дождик прошел хороший такой. Вчера что-то там вечером прыскало. А вот. Вот грибочек. Вот еще. Ой, какой в траве. Его незаметно, поэтому он вырос такой большой. Он, видите? Такой вот. Еще такой. Он маленький, наросли. Вот он стоит, голубчик. Такой вот. Есть тут еще. Я отсюда без целой корзинки не уеду. Вот мне надо целую корзину отсюда вынести обязательно. Тогда я буду довольна из этого леса. Так. Ага, есть. Но они маленькие какие-то, их много придется собирать, чтобы корзину наполнить. Вон, видите, какой малыш. Так. Дальше. Ага, вот еще. Ну, давай вылазь, зараза такая. А, попробую на вопрос-то отвечать, что вы у меня спрашиваете. Вот по поводу лисичек. Вы понимаете, они не настолько чистые, как вы думаете, потому что я их собираю, но вытаскиваю, потом корешки обрезаю. Я попробовала их срезать, но получается много мусора, и половина лисичек остается в земле. А они такие, знаете, вот... Это не белые, это вот мухоморы. Они такие, знаете, мясистые такие, знаете, вот ножки у них такие плотные. Я подумала, что это невыгодно. Лучше их вытаскивать и обрезать каждую лисичку. Вот. Они не такие чистые, как вы думаете. Потому что у меня, знаете, как Сату чистит. Я привожу лисички, Сату сидит, каждую лисичку чистит. Вот, время уходит вообще очень много. Я приезжаю, она говорит, мам, я больше не могу, помоги, я тут не успеваю уже. Еще даже первый ящик не начистила. Я говорю, Сату, что ты делаешь? Я взяла эти лисички, высыпала в ящик. Их вот так просеяла, как ситом. Весь мусор оттуда посыпался. Сату такая говорит, мам, ну как я так не догадался? Я говорю, да вот, элементарно, за полчаса я тебе уже лисички почистила. Там, все их через сито пропустила, потом сверху солому собрала там. Все нормально, в хорошем виде. Лисички лежат, все. Но единственное, что я вам хочу сказать, то, что если вы себе будете заготавливать лисички, вот я бы как делала. Значит, один раз я их просто заморозила сырыми. Получилось полное говно, не надо. Лучше их отварить. Вся грязь, промыть их уже отварными. Вся грязь там, естественно, промоется, песок весь промоется. И тогда уже замораживать. Вот стоит голубчик. Какой красивый. Какой красивый грибочек. Посмотрите. Прелесть просто.
Ой, еще один грибочек. Ой, два такие красивые. Ой, посмотрите издалека, если видно. Вот, смотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота стоит. Вон, видите? Ой, какой красивый гриб. И тут еще второй. Такой же наподобие. О, видите? Ой, и третий. Я его даже не заметила. Представляете, как хорошо, что на него не наступила. Все, собрали. Хорошо. Я не могу сказать, что их слишком много, но есть они, попадаются так. Надо, может, съездить туда, на другую сторону, на пароме, посмотреть, что там творится. Давно мы там не были. Так, вот еще один. Ой, вылазь давай, зараза ты такая. Сидит так, что вообще не вытащить. Такой. Корни деревьев держит. Фух. Ну, есть тут еще что-то или все? Есть. Какие хорошенькие. Посмотрите. Не, ну второй не совсем хорошенький. Он старый уже, но этот просто замечательный грибочек. Посмотрите. Какая прелесть. Какая прелесть. Ну-ка, это шляпа. Такой вот. Ой! Хороший такой. Так. И еще один есть. Это я удачно сегодня сюда зашла. Не успели тут до меня обобрать. Вот еще один. Сейчас мы подойдем поближе, увидите. Вот так вот. Вот такой вот. Так, там что стоит? А это не белый. Ладно, идем вперед еще искать. Вы знаете, я очень часто свои видео удаляю, потому что я начинаю снимать, забираю грибы, настолько я закручусь, что я забываю и переворачиваю камеру. И потом начинаю проверять, смотрю, там все кверх ногами. Ну, эти видео я удаляю. Потом бывает так, что я нечаянно пальцем закрываю... Это звука нету. Ну, то есть случайно там тоже забываю, закрываю, а потом начинаю проверять, и звука нет. Тоже удаляю эти видео. Вот. Я посмотрела тут пару дней назад, как видео смотрится в телевизоре. Это кошмар, конечно. Меня затошнило. Потому что все время дергается камера. Я представляю, как вам неудобно смотреть. Я хотела бы спросить, может мне просто снимать... Вот я нахожу гриб, я его снимаю, чтобы не ходить, чтобы вам было... Ну, как бы, когда я хожу, это все трясется, ну, неприятно смотреть. Может, только грибы снимать? Вот нашла, вот приблизила там камеру, показала гриб, сорвала. И там в корзинке показала грибы. Но так как я хожу, может, вам неинтересно смотреть. Потому что у меня реально голова закружилась от того, что камера дергается. Я не знаю, как решить эту проблему, конечно. Надо какую-то камеру, которая вешается на одежду, и собирать. А так, видите, мне трудно контролировать. Руки трясутся. Вот, смотрите, какой красавчик стоит. Ой, какой красавчик. Прячется. Хорошенький. В общем, напишите мне, что лучше. Может, только грибы снимать? Вот нашла гриб, сняла. А вот пока хожу, не снимать. Потому что тяжело смотреть. Мне самой было тяжело. Я посмотрела, думаю, какой кошмар. Как это кто-то смотрит? Бедные люди. Ой. Я еще тем более так быстро собираю, что вот времени нет насладиться грибом там, посмотреть. То есть я могу, в принципе, вот так показывать его. Смотрите, какая красота. Медленно собирать. Но пока я так делаю, все грибы оберут. Потому что тут конкуренция сейчас бешеная. По несколько человек в одном лесу ходят. Так что вот. Ладно, я пока отключусь. Итак, друзья, я говорила, что не уйду, пока корзину не соберу. Корзина почти целая. Я все еще хожу и собираю, и собираю, и собираю, и собираю. Вот сейчас я вам покажу. Раз. Два.
Ну, это второй сорт, ну, сгодится нормально. Где-то я тут еще видела. Трава высокая, легко потерять их. Да, здесь не один, вот еще один. И вот второй еще стоит. Сейчас вытащим. Хорошие грибочки выросли. Вот по краю леса их всегда больше, чем внутри леса. Сейчас пойду по краю, буду собирать. Корзинка уже целая. Так, смотрим по краю. Здесь есть еще? Есть. Это что, белый? Ну да, белый. Сейчас мы выйдем из леса. Там вон стоит моя машина. Впереди. А не видно, наверное. Сейчас ближе подойдем. Ой! Ой! Можно сюда подъехать поближе, чтобы в следующий раз не тащить такую даль. Итак, друзья, я снова зашла в лес, уже полкорзинки набрала. В этом же лесу хожу, в дальнем. Набирается постепенно. Может, даже удастся две корзины отсюда вынести. А две корзины, это получается у нас уже 4 ящика. Вот, так что ходим, смотрим. Что тут еще есть? Вон еще один стоит. Такой вот. Потихонечку набираю. Нет, две корзины, я буду очень довольна, если получится. Еще на обратном пути зайдем тут маленький ельничек, где я обычно, куда я обычно захожу. А я сейчас не стала заходить, потому что там мокро. Когда я туда захожу, у меня сразу вода за шиворот натекает. Вот, там пусть немножко пообсохнет, я здесь пока пособираю. Потом на обратном пути туда загляну. Надеюсь, там тоже корзинку вынести. Потому что у меня там не было, позавчера я там была последний раз. Вот, надеюсь, что там наросли. Так не перестаю находить грибы. Вот еще один нашла. До этого 3 нашла. Ой, корзина потихонечку набирается. Сейчас вам покажу, какие, сколько грибочков уже. Вон, видите, какие. Вот эти 3 малыша нашла. Пол корзины уже есть. Смотрим дальше. И вроде я здесь уже ходила. Неужели они так быстро вырастают? Не заметила. Так, вот еще один. Ой. Вот, кладем первый сорт. Смотрите, вот машина, не перестаю находить рядом с машиной. Вон какие. Это я все еще в том же лесу хожу, собираю. Малыши. Так. Продолжаю собирать. Все еще попадаются. Вот еще. Я уже хотела отсюда уезжать, думаю, все. Но это старый. Не буду брать. Уже думала, надо уезжать. Опять пошла второй раз по краю. Вот там машина стоит, он красненько виднеется. Видите? Вот она стоит. Я тут хожу рядом. Продолжаю находить. Слушайте, я, наверное, невнимательно собираю, если я после себя нахожу грибы. После меня можно приходить и собирать, потому что будут грибы после меня. Ой. Вот еще. Какие хорошие. Крупные.
Вот еще. Такой вот, смотрите. Кладем. Идем дальше. Это что? Тоже беленький. И не один здесь. Такой маленький. Еще второй такой же маленький растет. Вот. Опа. Прям на кочке вырос. Смотрите, какой. Такой приятный грибочек. Так, друзья, грибы все не заканчиваются. Я их не перестаю находить. Вот еще. Такой вот. И там еще вижу один. Вот. Вот еще один. Ой. Два. Еще один. Вот. Тут еще один стоит. Два даже. Один маленький, второй побольше. Сейчас мы их сорвем. Сейчас, а где маленький? Потерял. Вот он. Малыш. Так, вторая корзина уже наполняется. Скоро будет целая. Вон, видите? Так, друзья, два ящика собрано. Тут еще немножко. Ну, два ящика как раз, одного леса. Отлично просто. А грибы все-таки решила еще раз себя проверить. Потому что ехать сюда далеко, в этот лес, поэтому надо все обобрать. Вот еще нахожу. Смотрите, какие. Вон. Такой и такой. Все еще в этом лесу хожу. Скоро поеду домой отвозить детям чистить. Сейчас деда собираю вообще все, чтобы подчистую. Все соберу и поеду. Маленький ельничек еще заскочу и домой детям отвезу. Потом поеду в ближний лес, который рядом с домом. Там собираю. Может, там не успели еще обобрать. Как вижу, еще один прячется. Вот он. Видите, два даже. Вот два. Так, вижу еще один. Слушайте, как я так их пропускаю? Вот машина стоит, а я их пропускаю. Уже сколько раз я в лес захожу и все пропускаю. Или они так быстро растут? Вот еще один. Потеряла гриб. Видела, думаю, сейчас подойду. Сейчас эти соберу, пойду сейчас тот сорву и как бы и потеряла. Теперь не могу найти, где его видела. Но точно видела. Вот видела издалека. Пока ближние грибы собирала, дальние потеряла. Где он? Вот смотрю, не могу найти никак. Вот здесь где-то видела. Издалека прям увидела. Думаю, сейчас подойду. Так. Надо здесь побегать тогда. Под другим углом посмотреть. А вот же. Тут еще два стоят. Это не они, не тот, который я видела. А это не два, одна поганка. Один. Там поганка стоит. Мухомор такой коричневый. Ого, какой гриб. Вот это гриб, смотрите. Ой, какой. Ай. Вот это гриб. Царь грибов, какой красивый. Нога какая, ну шикарная. Смотрим дальше. Вижу еще один. Два, три, четыре. Вот они, голубчики, уже переросли. Такой вот, ну это второй сорт. Такой вот, тоже второй сорт. Так, эта шляпа большая, не буду брать. Этот испорченный. Ну-ка, этот что из себя представляет?
Ну, это такой, знаете, шикарный второй сорт. Он какой. Возьму. Корзина уже целая. Надо было две корзинки взять. Ой, какой стоит. Интересный. И не один. Смотрите, какой интересный гриб. Какая у него нога. Вот такой вот. Видите? Красивый. И такой тоже здесь есть. Красавец. Так, смотрим дальше. Да, здесь никого не было. Это радует. Да как кто этот лес, никто не знает, кроме Ольги. Так. Смотрим. Малыши наросли. Сейчас будем собирать. Извините. Так. Вот они, малыши. Опа. Раз. Два. Я пока до сюда ехала, лисичек набрала. Пол ящика где-то. Ну, это большой, старый. Не буду брать шляпа. Вот это хороший. Идем дальше. Так, друзья, еще нахожу грибы. Я все еще в этом маленьком лесочке. Такой вот грибочек нашла. Еще два. Такой. Ого! Улетел. И еще вот такой вот. О, какой! Смотрите, шикарный. О, а там-то какой стоит! Ой, какой стоит, красивый. О, какой. Тоже первый сорт. О, какой. Видите? Ой, еще один. Еще один. Такой вот. Ой. Вот он, красавец. У меня корзинка полная. Скоро класс некуда будет. Корзинка уже целая. Корни деревья держат. Никак не вытащить. Все, несем корзинки. Мне прям не в одной руке не... Ой, упал. Не утащить все. Ой. Все, несем корзинки. Все. Да. Да я удачно зашла в этот лес. Я знала, что здесь так будет. Главное, надо приезжать постоянно собирать, чтобы они росли. Так, идем дальше.
Фу, какая тяжелая корзинка. Так, видела я еще здесь. А вон он. Вон он стоит. Вот. Еще один. Такой вот. Идем дальше. Ладно, я пойду выложу, еще побегаю здесь. Мне кажется, я не все обобрала. Машина совсем рядом стоит. Сейчас снесу, здесь ящика 2 еще, наверное, будет. Эти грибочки снесу, еще побегаю. Здесь еще должны быть, мне кажется. Так. Ой. Или не возвращаться. Может, я уже все обобрала. Пусть другим достанется, если кто-нибудь сюда придет. А вот еще. Еще один. Такой вот. Ой. Еще пару ящиков набрала. Итого у меня уже 4 ящика. Только первого сорта. 4 еще, по-моему, ящик второго сорта. И лисички. Ну, я сейчас подойдем к машине, я покажу, сколько я уже насобирала. Что у меня там в машине есть. Еще один. Опа. Второй сорт. Ладно. Ладно, идем к машине, а то мне уже некуда класть грибы. Я нахожусь совсем рядом. Я даже вижу мою машину. Представляете? Возле машины собираю. Сейчас дотащим. Вон, видите, красненькая стоит впереди. Это моя машина. Фу. Сейчас доволокем. Идем. Схожу второй раз, побегаю. У меня такое ощущение, что здесь остались грибы. Сейчас выложу. Покажу вам, сколько у меня грибов уже собрано. Так, друзья, у нас 2 часа дня. Я пришла собирать, как вы помните, по-моему, 10:30, 11 где-то. Вот 2 ящика почти первого сорта. Там еще ящик. Вот второй сорт и еще лисички. Вот я в 2 часа уже столько набрала. За сколько получается? За 2,5 часа. Это моя работа. Иду собирать дальше. Итак, не зря я пришла себя проверить, потому что я оставила после себя грибы. Вот такой оставила. Потом еще один оставила. Вот тут стоит большой такой, красивый. Вот он. Я все еще в этом маленьком работаю. Вот еще один стоит. Это что? Белый. Давай вылазь. Опа! Еще первый сорт такой большой. Посмотрите, какой шикарный. Слушайте, как-то я пропускаю. Это хорошо, что я сама хожу, себя проверяю. Пропускаю грибы. Это 3-й сорт. Ладно, возьму. Если будет целая корзина, выкину потом. Тяжело таскать. А вот еще. Как я это могла пропустить, а? Как? 2-й сорт. Смотрим. Ой, там стоят такие большие уже. Надо их собрать. 2. Вон, видите? Такие вот. Опа. Еще один. Давай влазь. Ножку сломала. Ой, тут еще один. Вот еще. Сейчас мы его тоже сорвем. Вот такой вот. О, где еще? Есть еще или все? Хорошо, что я вернулась. Так бы испортились. Вот еще 3 малыша. 1, 2, 3. Так. Идем дальше. Наверное, я здесь не была. Как такое может быть?
столько пропущенных. Вот еще второй сорт. Ну-ка, еще один. Не знаю, какой это сорт. Может, второй тоже. Нет, первый. Хороший. Первый сорт. Фу. Есть еще. Есть еще один. Так, смотрим. Ага, есть. Это белые? Белые, да, стоят. Вон даже три штучки. Такие вот один, второй, два брата вот таких. Да. Ищем дальше. Я попила в машине с новыми силами. Побежала, думаю, проверю сама себя. Вот не зря я пришла опять в этот лес. Так, друзья, я съездила домой. Оставила соседка пришла, угостила соседку. Тоже говорю, берите сколько хотите. Вот она взяла себе. У нее папа болеет. Так, что это? Кто-то сигналит. А что это здесь сигналит? Кто-то машина. Собираем грибы. Значит, оставила, вернее, соседку угостила. Грибы дома оставила, дети чистят. Ой, здесь наросло сколько, а? Ничего себе. Будем собирать. Кто-то там сигналит, может. Что это он сигналит? Странно. Проедет он? Нет, проедет. А, знаю этого дедушку, да. Я часто видела этого дедушку, один раз с ним разговаривал. Он здесь живет. Поехал. Один раз машину ремонтировал, и он тоже ремонтировал машину. Мы с ним разговорились. Вот. Так, собираю. Здесь столько старых. Это я вчера здесь плохо так обегала. Не заметила. Это что? Это белый? Да, белый. Собираем. Сколько старых, а? Ну как так-то? Что-то я плохо собираю. Очень много старых осталось. Так, все, идем дальше. Идем дальше. Смотрим. Так, вот это. Не было здесь никого. Я сразу вижу. После меня здесь никто не ходил. Так, это у нас такой вот. Сейчас увидим, что тут наросло за сутки. Ровно сутки назад я здесь бегала. Так, какие-то они здесь поеденные в этом лесу. Кто их так грызет? Улитки, наверное. Не улитки, а эти слизняки. Ну, возьму. Я вчера пропустила. Вот. Страшненький, но ничего. Вот еще один. Странно. Ольга собиралась вроде грибы идти. К ней гости приехали. Она собиралась с подругой идти. Похоже, они здесь тоже не были. Не заехали. Я там с домом пособирать. Так.
чудесный лесочек. Я его очень люблю. Тем более 5 минут от дома. Его легко быстро обегать, собрать. И он очень много в этом году дает грибов. Вот еще такой успел я бутерброд перехватить дома. Сату, я как приехала, Сату, давай делать бутерброд. Я говорю, ну давай, ладно, быстро перекушу, пойду дальше работать. Успела один бутербродик скушать. А вот Оскар только собрался стричь эти самые забор у нас. Ну, забор из кустов, который надо стричь. Вот, уже пора. Я ему сказала, давай, если сегодня не будет. Но если у тебя будет время, постриги. Только собрался стричь, и я приезжаю с грибами. Пришлось отложить на завтра. Так. Здесь надо быстро собирать, пока никто не пришел. Сюда могут в любой момент приехать. Так. Есть тут еще что-то. А это что? Это поганки. Ай, какой вырос. Слушайте, они за сутки так вырастают быстро. О, ведь я же вчера здесь ходила, собирала. Ой, смотрите, сколько уже. Ну, старых много, конечно. Идем дальше. Молодые-то выросли или нет? Нет, какие-то старые все. Чё они такие старые-то? Быстро они за сутки здесь с такой интенсивностью растут. Я же вчера все обобрала подчистую. Я еще думала сегодня не заезжать. Думаю, наверное, не успели вырасти. Они мало того, что успели вырасти, они еще успели испортиться уже. Так быстро. Ой-ой-ой. Смотрим. Вот еще. Такой первый сорт. Хороший. Еще погрызанный, обгрызанный. Вот еще. Ой, чуть не наступило. Раз, так, два, так, три. Шесть штук на одном месте, считай. Идем дальше. Ой, вижу там вдалеке. Еще два красавца стоят, брата. Ой, еще один. Кто же их так брызает-то? Ой. Так-то они красивые, конечно, грибочки, но обгрызанные. Какой-то вредитель в этом лесу. Грибы грызет. Да, сегодня детям работы очень много. Успеют они начистить или нет? Уже 3 часа дня. Им надо до 7 успеть. Не, ну они успеют, вдвоем сядут. Успеют, надеюсь, почистить.
Оскар всегда очень ответственно подходит к работе. Ну и Саду тоже, конечно. Вот, надеюсь, что они возьмутся дружно и начистят грибы очень быстро. Вот еще. Соседка прибежала, уже деньги мои все посчитала. А сколько ты зарабатываешь? А, ну а вчера сколько? А позавчера? А значит, ты в день где-то примерно вот столько-то, да? Но это 10 дней, это же вообще такие деньги. И налог платить не надо. В Финляндии ни с грибов, ни с ягод налог платить не надо. Вот. Можно работать, без, не платить налоги с грибов и ягод. Так что соседка там уже все мне посчитала. Ой, говорит, как здорово. Говорит, я один день поработала в лесу, больше не могу. Я так удивлённо, говорю, ты что, каждый день ходишь? Я говорю, ага. Каждый день, говорю, встаю утром. Пока разойдусь, 11 начинаю. Вот работаю. Практически без выходных. Ой. Соседка сказала, снимаю шляпу, говорит, перед такими людьми, как ты. Главное, что я не успеваю ни в ягоды, потому что сейчас и черника поспела, и малина, и морожку уже люди давно уже собирают. Я еще никуда в ягоды не успела. Итак, друзья, с этого леса уже корзинка целая. Я выкладываю. Так, донесла до машины. Вот, выкладываю красавцев. Ящики. Так, это второй сорт, второй сорт. Так, сейчас дальше поедем, доберем, потом детям отвезем чистить. Вот этот хороший. Ой. У меня такое ощущение, что здесь не все обобрало. Мне просто не хочется время терять и еще бегать. Надо успеть еще другие леса. Но я здесь, в общем-то, отметилась. Что-то дособрала. Это самая корзинка, это хорошо. Корзинка это почти два ящика. Вот. Собрала. Сейчас дальше пойдем собирать. Второй сорт. Первый хороший. Пачкаются они. Ну, просто не успеть начистить. В одной руке телефон, другой рукой собираю. Корзинка еще висит. Когда чистить? Дети хорошо, что помогают. Так, это... Все. Ну, в общем, вот так вот снова лес. Не знаю, идти еще раз или ехать дальше. Не, поеду дальше. Надо еще успеть много места. Вот лесочек. Ой. Во много мест надо успеть. Отключаюсь пока. Так, друзья, все еще в ближнем лесу, в этом, который рядом с домом. Все так же хожу, собираю. Два ящика собрала. Сейчас еще вот полкорзины уже почти набрала. И смотрю, сейчас приехал мужчина, который с нами в прошлый раз собирал. Но он опоздал. В этот раз я успела все выбросить. Поздно приехал. На велосипеде. Только что его видела. Надо ехать отсюда, уже смысл. Ну, вроде все обобрала, успела. Повезу детям чистить. А сама пойду в уточки. Съезжу. Или в Сухмару еще подумаю, куда лучше. Ладно, оставлю человеку, пусть тоже что-нибудь пособирает. Все, я пошла к машине. Итак, друзья, вот с ближнего леса два полных ящика набрала и еще половину вот так старых грибов. Ну, не старых, второго сорта. Еду домой отвозить. Итак, друзья, я приехала в Сухмару.
Если мне удастся сейчас здесь найти, никто не обобрал, то считайте, что день сегодня удался. И бегу сразу к тому краю, где грибы растут. Может, уже кто-то здесь и побывал. Хотя очистки, вот, видно, собирали. Но здесь каждый день, здесь вообще проходной двор. Народу сюда приезжают очень много. Будем надеяться, вдруг там не побывали на краю леса, где я собираю. Сейчас добежим, посмотрим, выросли или нет. Обобрали их или не обобрали. Но то, что выросли, я не сомневаюсь. Просто их могли уже обобрать. Потом после сухмора в уточки еще заеду. По-быстренькому там оберу. Здесь есть. Плохо обирают. В общем, они не знают, что здесь с краю грибы растут. По краю леса. Об этом знаю только я и Оскар. Больше никто не знает. Ну, может, еще, конечно, кто-то знает. Но мы-то точно знаем, что здесь надо идти именно по краю леса. И будет много грибов. Сейчас. Все, что ли? Обобрали, просто не заметили один гриб. Сейчас. Да, чистили. Кто-то здесь чистил очень много грибов. Похоже, тоже пробили эту тему, что здесь с краю растут грибы. Ладно. Я здесь позавчера бегала. Вот тогда я успела быстрее всех приехать и собрать вечером. До меня никого не было. А вот грибочек. Такой вот. Кто-то тоже знает про это место. Или обобрать. Ну, у нас уже, представляете, уже 4:30. Время сколько. Естественно, здесь уже кто-то побывал. Ну-ка, это что? Пропустил грибочек. Ладно. Идем обратно, еще раз пройду. По краю. Под другим углом посмотрю. И потом уже это самое. Если здесь нет, не буду время тратить. Пойду сразу в уточки. Итак, друзья, сухмура обобрана подчистую. Друзья, я приехала в уточки. По дороге набрала лисичек. Увидела с дороги лисички. Ну, немного, правда, наверное, может, ну, 0,5 килограмма где-то вот так вот. Сейчас посмотрим, что у нас в утках наросло. За сутки. Заходим, смотрим, что тут. Что тут у нас выросло. И был ли здесь кто-то, кроме меня. Сейчас узнаем. Один маленький. Еще один.
Так, Оскар звонит сейчас. Итак, друзья, в уточках грибы выросли. Вот два нашла. Идем дальше. Смотрим. Это я в маленьком лесочке, который с другой стороны дороги. Потом перейду на другую сторону. Там большой лес. Там тоже надо будет все обобрать, если выросли. Вчера ходила, все обобрала. Не знаю, как сегодня там выросли или нет. Ой, смотрите, какой хорошенький. Такой вот. Ну, давай влазь. Никак. Корни деревьев держит. Вот. Собираем дальше. Еще один. Так. Дети уже сказали, что начистили грибы. Быстро так. Что-то они уже наловчились быстро чистить. Недавно же вроде привозила. Они сказали, уже все начистили. И кота успели продать. Нам покупатели приехали, купили котика. Ой. Ой, влазь давай. Молодцы дети. Смотрим дальше. Ну и хорошо, что у меня грибы не в машине тухнут, а на улице стоят почищенные. В машине бы они все там стухли за целый день на жаре. А вот еще. Это что такое? Это не белое, это поганки. Смотрим дальше. Ладно, пойду я на ту сторону схожу. Но здесь обычно немного. Сколько выросло, столько выросло. Если пропустила, тоже ничего. Завтра соберу. Не страшно. Меня больше та сторона интересует леса, потому что больше там растет. Прямо группами такими. По 5, по 6 иногда попадается. Ольга даже 12 нашла на одном месте. Ладно, еще здесь так пробегусь с краю и на ту сторону. Смотреть, что там выросло. Так, друзья, я перешла на другую сторону. Нахожу маленькие. Не успели они здесь вырасти. Такие вот малыши попадаются. То есть я здесь вчера же все обобрала. Вот. Смотрим дальше. Сегодня у меня вторая корзинка сломалась. Не выдерживает корзинки такого, такого не напряжения, а такого количества грибов. Вторую корзину сломала. Надо будет новую заказывать. Где-то хорошая корзинка для грибов. Ага, вижу. Вижу еще один. Смотрите, какой грибочек. Ой, какая нога. Вот эта нога, посмотрите, какая длинная. Огромная. Так, смотрим дальше. Фух. Есть тут еще что-то? Я сейчас оберу здесь, поеду свезу детям опять чистить, а сама пойду лисички поищу. И потом с Оскаром вечером пойдем сдавать. Ой, какой красивый стоит, большой уже переросток. Два стоят. Такой. А, еще один. Три. Тут еще такой маленький.
хорошенькие. Еще такой вот второй сорт берем. Ищем дальше. Это баганки. О, еще один. Такой. Мне за час надо обобрать здесь, чтобы в 6 часов уже детям привезти. Еще успеть часик пособирать лисички. Поискать, поездить. Хотелось бы побольше лисичек еще найти. Так. Я пока отключусь. Так, друзья, я в утках собираю все еще. Так. Вот такая полянка. Идем дальше. Итак, друзья, моя работа за сегодня. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть ящиков первого сорта. Значит, три ящика второго сорта. Один ящик третьего сорта и ящик лисичек. Вот то, что я сегодня насобирала. Едем сдавать. Впечатляет, да? Хорошо сегодня поработала. Всем удачного вечера. Пока-пока. Скоро будет отчет. Итак, друзья, моя работа за сегодня. Я заработала 90 евро 96 центов. Получилось, значит, что я собрала 16 килограмм первого сорта, 7 килограмм второго сорта, 2 килограмма третьего сорта, то есть кило 88, вернее, третьего сорта, и кило 88 лисичек собрала. Заработала 90 евро 96 центов. Вот. Ну, я хочу сказать то, что я бы, может, и больше бы набрала, если бы я не встряла. Я сегодня машина в канаву въехала. Вот у меня как 2 года назад случилось тоже, машина въехала в канаву, и в этом году тоже. Или 2 или 3 года назад, я не помню. В общем, у меня колесо влетело в канаву. Потом, значит, я позвонила Ольге, говорю, спасайте меня, приезжайте, вытаскивайте. Потом, значит, поняли, что вообще меня оттуда не вытащить, пришлось трактор ждать. И мы провели 1.5 часа, пока трактор приехал, пока меня выдернули оттуда из канавы. В общем, тут целая история была. Я поэтому 1.5 часа не работала. Я бы, может, и сотню как бы заработала, если бы я не влетела в канаву. Просто там очень скользко на поле. Знаете, такое месиво, такое грязь. Я решила развернуться, а так как у меня задний привод в машине, и, в общем, встряла. И колесо вылетело в канаву. Ладно, всем удачного вечера. Пока-пока.